Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сейчас будет обзор посылки номер один за июнь месяц. Эта посылка пришла в конце мая, есть здесь и новинки. Сейчас расскажу, что было в этой посылке. Сейчас на iHerb снова можно сделать заказ в Украину. Бесплатная доставка от $60. Если у вас есть в корзине товар на такую сумму, то будет бесплатная доставка. Если меньше, то придется оплатить доставку. Поэтому собирайте корзину и смотрите, что там у вас покажет в корзине. Какая у вас доставка, сколько и что. В другие страны бесплатная доставка от $40. Вот, доставляет iHerb по всему миру, так что можете заказывать. В те страны, в которые приостановлена доставка из-за санкций, есть возможность заказать через посредников с доплатой. Когда доставка бесплатная, это компенсирует сам сайт iHerb, который находится в США. Он предоставляет нам потестить разные товары. Поэтому бесплатной доставки не бывает. Это все благодаря сайту iHerb и Америке. Хочу предупредить, что до 15 июня на сайте будет продаваться шоколад, а потом до 15 октября его не будет в продаже из-за жары. Поэтому все, что связано с шоколадом, все, что тает, я стараюсь заказать перед жарким сезоном. Шоколад, сладости. Поэтому, кому нужен шоколад, надо сейчас закупать его, успеть. Все, что связано с шоколадом и с тающими продуктами, всякими желейными витаминами, все это не будет в продаже. Я стараюсь перед жарким сезоном заказать шоколад и сладости, полезные с iHerb. У меня еще идет две посылки с шоколадом, будет обзор. И, возможно, еще до конца этого срока, до 15 июня, я постараюсь, если будет какая-то акция, скидка, промокод, то я постараюсь еще сделать заказ. Для поддержки моего канала я напоминаю, что пользуйтесь моим реферальным кодом SJS24 и переходите по ссылке под видео перед вашим заказом. И тогда я получу вознаграждение и смогу больше делать обзоров. И таким образом вы поддерживаете меня и мой канал. Люблю заказывать этот шоколад, так как он без белого сахара, в составе тростниковый сахар, более полезный. Это черный шоколад с начинкой тофи и измельченным фундуком. Остался у меня вот один кусочек, так как посылка уже пришла давно. В этом шоколаде вкрапления карамели есть, такие хрустящие. Вкусный очень шоколад в составе. Здесь может быть молоко, но я его не употребляю, но так как шоколад вкусный, я все-таки его заказала. Беспроигрышный вариант. Все виды шоколада этой марки можете пробовать. Если у вас не принципиально состав, то там есть молочный шоколад с какими-то начинками, с молоком, там с маслом. Поэтому еще здесь вот здесь у меня шоколад с вишней сушеной и еще есть шоколад с карамелью и морской солью. Самый любимый у меня вот этот с карамелью. Внутри каждой дольки находится мягкая карамель, вкусный шоколад и соленая карамель внутри. Раньше мне было непонятно такое сочетание, но вот со временем оказалось, что это очень даже вкусно. Вот такая тягучая карамель внутри. Мне он больше всего нравится, наверное, из всех видов шоколада. Из-за такой начинки необычной. Шоколад с кусочками сушеной вишни. Очень насыщенный такой шоколад, потому что содержание какао здесь хорошее. Одного кусочка хватит, чтобы съесть что-то вкусное и утолить тягу к сладкому. Белый сахар не употребляю, поэтому иногда заказываю шоколад с тростниковым сахаром. Единственные сладости с сахаром, если что-то и покупаю, то без сахара. Стараюсь так. Еще из продуктового марка Coco Melts и рис с мадагаскарской ванилью. Еще я беру оригинал обычный, и они, кстати, ну, обычные риски беру. Они, кстати, будут в продаже в период жары. Так что вместо сладости и шоколада можно будет заказывать их. У Coco Melts есть еще в ассортименте шоколад и рис. Рис в шоколаде, вот такие кружочки. Его не будут продавать в летний жаркий период. Поэтому пока я его заказываю, пока он есть в наличии. Летом уже буду заказывать вот такие ванильные риски. У них хороший состав, без молока и сахара, на кокосовом сахаре и молоке. Они почти 100 грамм в упаковке. Есть еще виды с морской солью, очень нравятся. Больше всего нравятся с ванилью и оригинальные. Когда есть наличие с ванилью, я выбираю их. Еще из продуктового нектар агавы у меня здесь в посылке. Это такой кактус, из него делают текилу. Он считается заменителем сахара с низким гликемическим индексом. Это светлая агава, но от Мадхава сироп агавы светлее, чем у Now Foods. По концентрации они одинаковые. Эта марка использует безвредную, Мадхава использует безвредную упаковку без БПА. Не будет отравления бисфенолом А, который содержится в пластике и вызывает рак. Всевозможные эстрогенозависимые заболевания есть вариант в большой упаковке. Агава – это хороший сахарозаменитель. Я использую одну чайную ложку на чашку напитка. В цикорий или в напитки можно в компот добавить, если кислый, без сахара варите. Диабетикам она не подойдет. Может поднимать сахар. Особенно вот у кого диабет второго типа, она не подойдет.
может поднимать сахар в крови, но для тех, кто сидит на диете, следит за калориями, у нее низкий гликемический индекс, который поможет снизить потребление калорий в день. Здесь получается 660 грамм, в маленькой от Мадхава 333 грамма. Стараюсь брать в большой банке. Надолго хватает. Сейчас идет лето, мне она нравится тем, что ее можно использовать вместо меда и стевии, у которого ярко выраженный привкус, а у нее нет, как у стевии или меда. Так как у сиропа агавы нет привкуса, как у стевии или меда, вот мне поэтому она нравится. Использую агаву один к одному, как сахар, можно добавлять любые десерты и выпечку, когда нет желания использовать мед или стевию. Еще здесь у меня в этой посылке семена конопли, очень вкусные. У нас тоже есть одни в продаже, но цена одинаковая, поэтому лучше заказать с iHerb, так как там всегда все вкуснее и качественнее. Семена конопли – источник белка, если вы веган, не употребляете мясо или вы просто на здоровом питании. Это отличная добавка. Можно добавлять в салаты. Я добавляю в каши. Не имеет ярко выраженный вкус. Немного похож на семена подсолнечника по вкусу, как семечки. Как я говорила, у них отличный состав. Конопля и масло. Конопли имеют лечебное действие. Используются для профилактики раковых заболеваний. Полезные семена в салаты, в каши и смузи добавляю для обогащения питательной ценности. Очень ценные вещества конопли. Поэтому я ее стараюсь регулярно заказывать. Мне она нравится тем, что если едите легкую кашу, в которую можно добавить орехи, конопляное семя, и она становится сытнее и питательнее. Эти семена самые выгодные по цене. Здесь 227 грамм в пачке. И так что очень полезные семена конопли. Еще здесь у меня чай ройбуш в посылке был. Вот такой железной банки. В этой марке очень много видов полезных чаев, вкусных и ароматных. Так как я не пью черный чай, зеленый, я вот остановилась на ройбуш. Это вкусный ароматный чай. Оказался ройбуш с апельсиновыми корками и клюквой. Этот чай дороже, чем другие, наверное, из-за своей красивой упаковки. Поэтому можно подарить кому-то на подарок этот чай. Заваривается на две чашки с одного пакетика. Очень темный и ароматный. Из всех видов чая с ройбушем он подороже, но и самый вкусный на мой вкус. Не только из-за банки, как бы я его беру. Мне его надолго хватает, так как я не часто пью чай. Рекомендую попробовать такой чай хотя бы один раз. Помимо этого африканского заката есть много других хороших вариантов. Еще на сайте появились вот такие специи в разделе пробников от California Gold Nutrition. Я эту специю активно уже использую больше недели. Этот пробник стоит около 3 долларов, полная его цена будет 6 долларов. Еще у меня в другом обзоре будет такая гималайская соль от California Gold Nutrition, этой же марки. В составе морская соль, чеснок и сушеная петрушка. Мельница хорошая, мелит медленно и мелко. Так выглядит перемолотая смесь специй. Я всегда заказываю приправы из iHerb. Очень люблю их. В следующей посылке у меня будет большой обзор моих любимых специй. Чесночная приправа мне очень понравилась. И в следующей посылке еще у меня придет смесь перцев, тоже в такой мельничке. Я бы по полной цене заказала бы даже эти специи. Настолько мне понравились они. Тем более такая большая упаковка. Хорошие отзывы на эту приправу, и все удивляются, что она в таком большом объеме, как и я, в принципе, удивляются. Я ее добавляю во все блюда, подсаливаю, добавляю в салаты. Мне с iHerb'а нравятся все специи с чесноком, например, приправа для пиццы. Там тоже в составе чеснок. Единственное, мне кажется, что она слабо мелит. Мне бы хотелось побольше бы сыпать специи. Она очень экономно используется. Качественная мельница. Спасибо, что используете мой купон SJS024 при каждом вашем заказе. Поддерживайте меня и мой канал. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания. Ждите, будет продолжение еще. Посылка с БАДами. Это же посылочка и с косметикой. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.